Как сделать, чтобы, имея одну колонку текста, получить две колонки сносок? Потребуются скрипты Карелла. Выбрав первый текстовый фрейм, конвертируем. Тут у нас бачок. Надеюсь, что придумаю, как его легко поправить. Так. А потом в дальнейшем на каждой странице добавляем add. И у нас появляется то, что мы сперва сконвертировали. Есть свои неудобства, если потом надо править. То есть, например, тут текст не влез, надо его будем понимать, но в общем в целом все равно это очень здорово. И выглядит гораздо лучше, чем в одну колонку. Тут должно быть несколько сносок, при этом их нет, они влезли все там, что ли, наверху. Понятно, очень придется потанцевать 19-е. Ну хорошо, это не такая проблема. Да, понятно, закончились сноски. Ну, закончились и закончились. Так. Хорошо. Что у нас здесь? Ну, понятно. Закончились, так закончились. Ну, ничего, дойдем и до сюда. Ну, собственно. Да. Эти сноски я перенесу вручную. По-моему, это прекрасно. Весь вопрос в том, как сейчас вернуть, чтобы выделялась первая цифра, а не первое слово. Для этого я иду в сноску и по keep options drop. Знак сноски true, знак сноски true, words, нет, не words, characters, digits. Digits, нет, еще хуже. Еще я не знаю, что тут выбрать. Up to. Сейчас вообще ничего. Digits. Нет, digits еще хуже. В общем, я не знаю, что здесь выбрать. В остальном вопросов нет.